Привет! Сейчас 4 часа утра. Через 3 часа я лечу на свой первый большой турнир. Хочу привезти оттуда медаль, кубок, еще взять автограф у Бароли. Ну ладно, пока. Привет, я только что приехал. О, вот номер. Вот тут жил Овечкин. Вот. Вот тут. Вот. Да тут жил Овечкин. Итак, сегодня мы на турнире Кубок Газпромнефти. Сейчас у нас будет, была сейчас разминка, а сейчас будет очень серьезная подготовка к игре. И вот у нас вот такой вот лед. Турнир очень замечательный, но это самый лучший турнир детства – Кубок Газпромнефти. Если мы выиграем этот кубок, я буду очень радоваться. Нас приходит посмотреть весь город, нас смотрит вся страна, и это очень важно. Наверное, это первый, самый важный турнир в нашей карьере. Вначале турнир был простым. Три сибирских команды. Сейчас это крупнейший в Европе турнир детский хоккейный, который проводится по всем стандартам настоящего чемпионата мира. В общем, всем привет, ребят! Успехов вам, любви и удачи! Вам в первую очередь удачи! Ура!
«Нефть», Куба «Газпром нефть». Это круто! Всем привет, сборка «Арзамаса». Сейчас мы будем выходить на лед. Наметает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Начинается будущее в хоккее. И очень хорошо, что компания «Газпромнефть» проводит такие международные турниры, где участвуют лучшие школы и лучшие команды своего года. Восьмикратный чемпион мира, легенда мирового хоккея Борис Михайлов. Хорошо, мы выиграли. Покажем пальчики, отлично. Ну-ка, Привет. Значит, я из Питера. Меня зовут Валера. Тебя как звать? Тальвенелайкума. Я не понимаю, ты на русском говоришь? Ну что, мы шопалекумен пикутар. А фамилия вот и имя вообще точные? Тальвенелайкива я тесты. Короче, тесты. Смотри, надо сейчас с нами, значит, зафоткаться, короче. Сеструха, привет. Это, короче, мой новый братан, значит. Он к нам, наверное, может быть, поедет в Питер. Ну, или я к нему в Латвию. Ну, короче, как-то так, значит, зовут его Тесте. Привет, я Ереми из Финляндии.
вами села, и мы продолжаем наш, как сказать, продолжение. Сейчас мы находимся в зоне, где даже немногие смогут побывать. Да, даже немногие. За удар соперник клюшкой наказан Макар Аполинский, номер 19, команда «Витязь». Как вы питались сегодня перед игрой? Две запеканки и все. Наша цель – забрать кубок и доказать, что Лада... Лада не какой-то там... Драм-кружок. Драм-кружок, да. Да, правильно Чесноков говорит. Хоккей надо бороться за каждую шайбу и не отступать никогда. А если дело доходит до драки, за вратаря порвать можно любого. Сегодня собрание будет. Все нам скажут, все объяснят. И выйдем на игру с новыми силами. И глаза будут гореть, чтобы победить. Большие шансы выиграть, ведь у нас есть очень большой командный дух. Если мы настроимся на сильную команду ЦСКА, то мы выиграем. Мы отдадим все силы, каждый игрок в нашей команде отдаст все силы, чтобы завоевать этот кубок. Да, ЦСКА сильная команда. Да, как думаешь, мы их сможем победить? Не знаю. Чего, боишься? Нет, а ты? Я не боюсь. Thank you.
и обладателем Кубка «Газпромнефти» стала команда ЦСКА «Москва». Как принесли кубок, самое яркое впечатление. Кубок! Итак, сегодня 27 апреля 2017 года. Мы летим домой с кубком в руках. Мы чемпионы. Всем пока! Отдыхайте, тренируйтесь. Ну, давайте. Спасибо, Лиза. Спасибо.